Здравствуйте, дорогие друзья! Я Марина Холкина, представитель золотой команды лидеров, город Уфа, Россия. Немного о себе. 20 лет я отработала врачом и затем работала в фармацевтической компании. К БАДам мое отношение всегда было очень хорошим, но мне посчастливилось встретиться вот с этим человеком. Это ученый, это профессор, это заведующий кафедры биохимии Питерского университета, член Международной ассоциации нутрициологии Соединенных Штатов Америки, почетный председатель научного общества натуральной медицины. И именно у этого человека я проучилась на врача-нутрициолога. Я отношусь к той категории, небольшой категории врачей, которые понимают, что традиционная медицина не всегда, не во многих случаях, я бы сказала, не может действительно помочь людям уйти от их проблем с заболеваниями. Но очень важно еще то, что мы можем профилактировать заболевания. И уважаемый профессор как раз об этом и говорит. Большинство проблем здоровья и профилактики напрямую связаны с дефицитом микро-макроэлементов. И они могли бы быть решены, если бы микроэлементы были активно внедрены в систему нашего питания. И 2,5 года назад я познакомилась с проектом Беверли. Безусловно, благодарна нашему биг-спонсору Флориде Васильевне Легай и моему непосредственному спонсору Марии Заркумне Батыршиной о том, что она пригласила меня, рассказала об этом проекте и, конечно, об этом продукте. Я была очень удивлена, потому что, ну, с БАДами я работала много лет, но то, что на наш рынок пришел именно такой продукт, что это продукт именно из Японии и от такого брендового завода Shiseido Pharmaceutical Company, для меня, конечно, было удивлением. Я изучила продукт, и мы начали работать. Начали рассказывать людям, рекомендовать этот продукт. И за 2,5 года работы у меня уже в команде очень много значимых результатов вот этого продукта. Ну, расскажу о нескольких. Молодая женщина, миома матки, постоянные кровотечения, ежемесячные, ее увозили постоянно в больницу и уже должны были в плановом порядке сделать ампутацию матки. После 2 месяцев применения нашего минерального комплекса и коэнзима КОАЖ у нее прекратились все кровотечения. Второй очень такой значимый результат – это болезнь Паркинсона. Я работала неврологом много лет, и я знаю, что это хроническое такое прогрессирующее заболевание, при котором традиционная медицина бессильна. И вы знаете, насколько было мое удивление, когда мужчина, инвалид второй группы, начал принимать наш комплекс, и буквально на 2 месяц он сам себя стал обслуживать, хотя был инвалидом второй группы. Очень много результатов, на самом деле, по аллергиям, по кожным заболеваниям. Это экзема, псориаз, дерматит, это бронхиальная астма, сахарный диабет. И еще расскажу вам про, я считаю, самый значимый результат, потому что 2,5 года назад ко мне обратилась женщина, у нее, у мужа была онкология, это рак гортани, 3-й стадии. И вы знаете, врачи сказали, что ему осталось жить буквально 2-3 месяца. И на нашем продукте 2,5 года этот мужчина живет и очень хорошо себя чувствует.